Девушки, всем привет! У нас Игорь. Значит, я получила две посылки из трех. Третья посылка застряла где-то в Петах-Тикве. Надеюсь, на днях она... Какие-то ниточки. На днях она уже придет. И плюс одна посылка, которая задержалась из прошлой партии. Вот только сейчас дошла. То есть здесь на столе у нас украшения. Сколько? Раз, два... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 штук. Это все из трех маленьких посылок, из наличия и из заказа более старые. Сейчас будем рассматривать. Девушки, кто что заказал, как говорится, садитесь и будем отслеживать ваши красоты. Значит, во-первых, вижу комплект. Передот. Сейчас мой свет немножко. 10 размер. R663 это, собственно, артикул. Девчонки, все, кто сейчас болеет короной, а в Израиле просто немереное количество девочек заболело. С нашего канала, в частности, я знаю, по крайней мере, четверых из разных городов, которые сейчас лежат в кровати, смотрят мое видео, пьют чай и ждут, когда корона пройдет. Так вот, всем желаю как можно быстрее поправиться. Всем девочкам, кто болеет. Я знаю еще одну девушку, не буду называть ее имени, которая сейчас в больнице после операции. Так что все девчонки, вам здоровья и положительных эмоций. Передот, чернение, золочение, серьги и кольцо. Значит, серьги у нас артикул 756, 1,10 карат. Кольцо артикул 663, 10 размер, американский. Ну, наверное, стоит, конечно, и цену назвать. Сейчас вам сообщу. Девочки, я нашла цену. $63 кольцо, $72 серьги. Оплата по Израилю. Курс на момент оплаты, посмотрите, пожалуйста, плюс НДС 17%. Для девушек из-за границы, соответственно, доллар. $63 кольцо, $72 серьги. Так, в принципе, еще раз хочу уточнить, что это, по идее, все заказные модели. Если кто-то что-то не выкупит, то это уже будет в свободной продаже. Родолит. А, это рубелит. Опа, я знаю, что это колечко. Я знаю, ребят, рубелит. Это было в... стоке на 18 размер 1.6, то есть в наличии, по-русски говоря, это рубелит турмалин. Вот такой вот очаровашка. Рубелит турмалин в чернении. Как я вот эти все бумажках... то есть ужас какой-то. $74, девчонки. Бухгалтерия, это, конечно, не мое. Рубелит. Помню, кто его заказывал. Так, дальше. В прошлую посылку. Что-то у меня тут сдвинулось. Мы ждали. Это заказной комплект, его делали. Поэтому он пришел позже. Сейчас я, девушки, его разберу на запчасти. Тут каждое изделие, каждая серьга, все в отдельном пакетике. Все идет, чтобы не поцарапалось. Мы называли его, если я не ошибаюсь, платочки. И вот платочки эти были. В какой-то момент, по-моему, только серьги и кулон. А оказывается, к ним еще бывает и кольцо. И вот нам сделали все. Это цитрины, как вы видите. Серьги 736, 1,20 карат. Значит, идет к ним кулон 0,98 карат, 737 артикул. И кольцо, сейчас вам покажу. Кольца раньше не было, это первый раз. Вот такое вот относительно кулона. Смотрите, какое шикарное, интересное, красивое кольцо. Его артикул 157. 6,5 это должен был быть размер.
Мне кажется, что он чуть-чуть больше, чем 6,5. C3. Но это, по-моему, девочка-израильтянка заказала. Так что, в принципе, у нее будет возможность померить. Смотрите, какое изумительное кольцо. Просто красота. Обратите внимание на весь этот набор. Он шикарнейший. Платочки. Кто-то из девочек такой в прошлый раз купил из наличия с перидотами, если я не ошибаюсь. Сейчас мы на сегодняшний день, то, что вот я вижу, пока мы смотрели чернение, оксидированное серебро. То есть его покрывает кислотой, оно окисляется, оксид. И поэтому такое оно красивенькое. Сейчас досмотрим все черненые, а потом будем смотреть белый ротий. А, платочки, я должна вам цену сказать. Ну, сейчас уже. Вау, какое кольцо шикарное. Сейчас я обязана снять бирку, ребята, потому что эта бирка просто все впечатление портит. Бирки я не люблю. И каждый раз об этом сообщаю. Смотрите, какая прелесть. Какая каемочка замечательная. Значит, это у нас, ребята, перидот. Все, 2,29 карат, 18 размер. Марианна, хватит есть черешню. Я только что купила, девчонки, последний, наверное, 6 килограмм. 6. 3 килограмма белой, 3 килограмма красной. Мы ее всю съедим. Правда, Галя мне помогает. Но я так думаю, что я просто на этом и помру. Но сказал продавец все, последняя неделя. Ребята, посмотрите, какое кольцо. Шикарнейшее, просто шикарнейшее. Хорошо. Пока вы его рассматриваете, я вам буду цены говорить. На платочке кольцо $61. На серьги платочки $66. Так, так. Кулон не вижу пока. Вот это кольцо, которое у меня в руках, просто изумительнейшее. $67. Вообще терпимо. Я думала, будет за 80. 67. Кулон, платочки, девочки, наверное, в другой накладной я не вижу. Не вижу, к сожалению. Я думаю, что потом в личку уже спишемся с хозяйкой и поищу его просто в других бумажках. Просто посылки высылаются партиями. Не как бы одна большая. Все эти бумажки высылаются отдельные, потом их просто очень тяжело вместе до кучи собрать. Так, ну, по этому кольцу мы цену узнали. Шикарнейшее кольцо. Я просто поражена. Значит, что у нас тут? Серьги с родолитом. Черненые тоже. Сейчас мы тебя, дорогой, вытащим и посмотрим. Смотрите, тоже красота. Красота. 1,2 карата родолит. 733 это... артикул. Просто шикарная. Так. Наверное, они... А, нет, они есть как раз, на них цена $70. Какой все-таки убийственный родолит оттенок имеет. Так, хорошо. Далее. Так, далее, ребята. Что мы смотрим? Вот это тоже набор. Это набор, по-моему, из наличия был. Аметист, 3,8 карат, 8,5. А может быть, не из наличия, девочки, я не помню. Но это не столь важно. Как бы. Смотрите, какой камень, какое кольцо. Это белый родий, позолота. Для тех, кто первый раз... украшения все, конечно же, серебряные, 925-я проба. Но они всегда у Игоря покрыты чем-то. У него нет такого, чтобы украшения были просто вот как они вышли с завода. Они либо белый родий позолота, либо чернения оксидированные тоже с позолотой. Если кому-то позолота не нравится, можно попросить, они золотить не будут. То есть это можно сделать полностью черное или полностью белое. Это пожалуйста. Позолоту они наносят уже на готовое изделие. Поэтому это ваш выбор. Но, с другой стороны, жалко. Очень красиво.
с позолотой. Значит, аметист 2,7 карат, 688 кулон. И вот это замечательное кольцо на 8,5, 687. Это его данный паспортный. Шикарный камень, совершенно красивый. Здорово. Я тоже знаю, собственно, чей это заказ. Цена на кулон 65, на кольцо 68. То, что тут с наличия, оно немножко дешевле. То, что с производства, оно чуть-чуть дороже. Но я уже не помню, где производство, а где наличие. Просто называю вам цены, как они есть. И усю. На меня смотрит совершенно потрясающий комплект, который у нас белый роди цитрины. Сейчас мы его вымем из домика и будем хвастаться. Так, ну иди сюда, дорогой мой. Иди, красавчик, иди, иди. Уа, какое кулонище. Ну, смотрите, значит, задняя, как вы видите, петля. С тыльной стороны 744 артикул, цитрин 1,16 карат. Смотрите, какой потрясающая такая штуковина. И к этой штуковине идут белые роди серьги с позолотой и цитрином. Конечно же, такая яркая штука, мимо никто не пройдет. Все вас заметят в таких шикарных украшениях. Можно на серебряную цепочку, на золотую, на белое золото, на черный шнур. Всевозможные разные варианты. А можно, если от янтарной волны я найду, вставить туда цепи, которые в янтарной волне либо бело-черные, либо бело-золотые, либо черно-золотые. Они вообще отлично подходят. Я обычно, когда получаю от них посылочку, я всегда прошу мне добавить. Значит, кулон, ребята, 68 и серьги 70. Это стоимость этих изделий. Еще один красивый кулон с перидотом квадратным. Смотрите, какая лапушка. Очень такой современный, интересный дизайн и стиль. Артикул 819. И тут тоже, кстати, передотик есть. Вот видите, здесь в самом-самом-самом-самом ушке тоже вставлен. Сейчас мы посмотрим. Тоже чернение по золоту. Почему тоже? Предыдущий у нас был белый родий. Ну, скажем так, что это чернение по золоту. Передот натуральный. Так, ребята, у меня что-то почему-то... Сейчас, секунду. Проблема с заправкой. Так, сейчас скажу вам цену. Девочки, к сожалению, тоже нет у меня цены в этих бумагах. Надо искать в другом инвойсе. Чей заказ, пожалуйста, обратитесь ко мне в личку. Я потом просто перепроверю. Вот такая вот... Немножко у меня сегодня каша получилась. Просто коробки были из разных чеков, и поэтому так получилось, что часть... Я думала, что все в одном месте, оказывается, нет. Ну, вы же на меня не обижаетесь, правда, за вот такие вот небольшие проколы. Слушайте, совершенно потрясающий перстень. Это, ребята, розовый кварц. Смотрите, какая красота. Милота и нежность. Розовый кварц, значит, 3,18 карат, 7 размер. И, значит, он, этот перстень идет белроди по золото. Слушайте, супер. Очень красиво. Богато так. Значит, 7 размер, но я вам честно скажу, ребята, как на духу, оно многомерит. Я надеюсь, что я правильно говорю это слово, так сказать. Если маломерит есть слово, почему нет слова наоборот? Так, и, конечно же, сейчас окажется, что цены на него тоже у меня нету. Нет, есть. Чего же-то я так сразу-то пессимистично? $69. Ребята, но оно не 7 размер, оно больше. $69. Супер, отличный перстень. Так, кого еще мы должны... Вот это вот серьги. По-моему, как-то у нас такая модель была.
А может и нет, может быть, я ошибаюсь. Так, давай посмотрим. Немножко мне здесь не нравится палочка. Одна чуть длиннее, одна чуть короче. Надо это будет показать Игорю, спросить, что делаем в такой ситуации. А сами серьги очень прикольные. Смотрите, с сапфирами, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, сапфиры 0,16, артикул 0,81. Так. И цена 63 доллара. На яйцо похоже, да? На. Так, хорошо. Далее. Серьги-ромбики с гранатом. Это точно был у нас. И даже не один раз. Это довольно-таки модель у нас популярная была. Даже недавно кто-то из девчонок приезжал, и я заметила, что в этих серьгах был, не помню, с какой вставкой, я еще посмотрела, как они классно в ушах смотрятся. Гранат 1,78, 754 это его артикул. Действительно, они очень классные. Помню, на ком-то они были, я еще так со стороны посмотрела. Тут штифт, как вы видите, припаян так, что серьга приподнята. Как раз для тех, у кого низкий прокол. Вот такая вот модель. С гранатом и сейчас скажу вам стоимость девочки у нас 68 долларов белый роди по золото. Так, что еще тут на столе не показала? Я вижу еще три кольца, которые вы не увидели. Кольцо номер один совершенно интереснейшее, потрясающее. Сегодня даже, когда распаковывала, я даже удивилась и показала своей Эден. Говорю, смотри, какая интересная штука. Это гвоздик, который закручен с гранатиком сбоку, 8,5. И получается у вас такая оригинальная, совершенно потрясающая штуковина на руке. Смотрите, какая лапочка. Такой вот оригинальный, интересный дизайн. Гвоздик. В философском смысле можно сюда много интересного придумать. Гвоздик этот стоит 54 доллара. Это оксидированное серебро с позолотой. Еще одно оксидированное серебро. Это R024, мы его знаем, мы знаем эту модель, и мы знаем, что она всегда многомерит. Она указана тут на 7, но она, ребята, не на 7, сразу вам говорю, аметист. Кто будет заказывать такие вещи, имейте в виду, что они многомерят, квадратные. Видите, везде тут камушки стоят, очень оригинальная штуковина. Так, цена у этой штуковины 60 долларов. На руке очень удобно. И последний на сегодня. Правильно, ничего же не пропустила здесь. Это у нас будет сейчас сапфир. Вот такой вот классический. Так, Бирка, иди, не мешай нам рассматривать красивое кольцо. Во, смотрите, какая прелесть. Значит, это у нас такая классика жанра. 8,5 сапфир 0,24 карата. Кстати, как будет у вас совершенно оригинально на руке это смотреться. Белый родий, позолота, сапфир. И цена на этот сапфир, ребята, 57 долларов. Вот.
Все, девушки, вот такая сегодня у нас такой небольшой экскурс. Сапфирчик красивый очень. По поводу посылок, все посылки, которые я отправляла в июне в Россию, начали пробиваться и даже очень быстро. Одна посылка вообще дошла чуть ли не за неделю. Значит, июльские посылки, да, проходят. Мартовские, апрельские, майские, пока тишина. Вот это то, что мы выяснили. Все, ребята, на этом заканчиваем. Нет войне. И следующее видео будет, я еще не решила, то ли еще раз покажем новинки Шаблюля, то ли пришел янтарь с выставки. Может быть, немножко его посмотрим. Может быть, будет продолжение распродажи. Ну, как получится. Жду вас в комментарии. Я извиняюсь, сейчас опоздание по запаковке где-то неделю после оплаты. Просто не успеваю. Всем пока, девчонки.